Горчичный соус, как в Макдональдсе, дополнит любые домашние блюда, в частности куриные запеченные крылышки или картофель фри, берите на заметку рецепт. Горчичный соус, как в Макдональдсе, очень легко готовится в домашних условиях, подавать его можно к любым мясным блюдам, получится вкусно и оригинально. Для соуса понадобится острая горчица, майонез, вода и сахар. Простой и доступный рецепт вам точно пригодится. Досмотри шингуда, и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте ингредиенты. Растворите сахар в кипящей воде, сварите сироп. Добавьте в остывший сироп горчицу и размешайте. Добавьте в соус майонез и снова перемешайте. Подписавшимся, больше вкусностей. Горчичный соус с пикантным вкусом готов. Перелейте в соусник и подавайте к столу. Приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Горчица 2 столовые ложки, майонез 1 столовая ложка, сахар 1 столовая ложка, без горки, вода 1 столовая ложка, количество порций 3-4. Ставим лайк и подписываемся, ваши отзывы очень важны. Всем добра, заходите еще.